ты против в 2023 году? Школа 90-е. Так, мне надо приготовиться в школу. Вот теперь надо собрать. Где такое, что... Сейчас портфель берем, чтобы его случайно не взять. Девочки, доберемся, ладно, сейчас вырежу вот так вот. Похожим бабушкин пулемет. По фейсбуку чоку будет зла. Так. Что еще тут надо? Ну, можно пару хаешечек, чтобы сделать. И одну петарду. Две гранаты папины и одну петарду. Так, что еще туда можно положить? Ну, если пулемет, ну, чтобы для начала пулемет. Так, надо с собой еще взять. Базукомет. Хорошо, сейчас его разобрать еще надо. Надо все. Все разобрал и уложил. Положил. Ну и там. Ну и там пару чеков. Окей. Все. Еще один стоит. Все, к школе готов. Можно взять с собой. Так. Сейчас надо все отрабатывать. Так, где тут мой пуфик? Сейчас надо все достать, специальный пуфичек. Вот, столик у меня. И пуфик 90. И удобные карманы делают. Так, и сейчас наденем портфель. Пойдем в школу. Итак. К школе готов. Да, не пошли сюда, не надо. Так, пулемет очень тяжелый. Ладно, пойду я в школу. В 2023 году. Так, надо собрать портфель Лианы. Вот он мой портфельчик. Хорошо, что-то нам надо положить. Обязательно. Учебники и детали. И... Вот столько, да. Так, где у меня тут ручечка? А, вот она ручечка. Пожалуйста, ну и поесть яблочек можно. Так, а все. Коля готов, можно одеть портфель уже. Так. Хорошо, что сейчас портфель очень легкий. Окей. Вот. Не кофе. Ой, говорят. Что 90 хочет ложить, а там, думаю, легче даже. Ну ладно, пойду в школу. Приход в школу 90. Так, ну наконец-то я в школе. Угу. Так, надо, у меня, знаю, надо сейчас... Ой. Ладно.
Так, сейчас поднимемся. Ой, как же мне иногда не нравится моя школа. А парфюм же тут надо оставить. Сейчас главное, чтобы... И главное, чтобы старшики не забрали. Хотя я забыл. У меня же он на замочке. Так, на самом верхнем этаже может поиграться спокойно в пулемет с гранатометом. Но никто об этом не знает. И сейчас скажу то, что меня старшики туда загнали. Где... Так много этажей. Наконец-то я поднялся. Так, вот мой пулемет. А, это не тот этаж еще. Дальше можно как безопасненько посмотреть. Первый шаг надо допрыгать, но это не умею легко. О, сейчас там будет лодку тащить, кто-то видно. Наконец-то я притащил эту ласточку. Ну вот, сам он. Не попал, он прям сам вниз лежит. Ну, даже у меня есть капитан, логика. Дальше. Ну и вот я и в своей любимой школе. Так. У меня сейчас уроки на самом верхнем этаже. А, у нас сегодня чаепитие. Хорошо, что у нас сейчас есть куча охранников. Я не боюсь. Что надо... О, комнат для собачек. Надо взять свеженький труп. Не зря нам, блин, были, да, разрешили делать настолько маленькие потолочки. Кстати, пулеметы не рабочие, они думают, что они работают. И тут упасть очень легко, но я не такой. Просто раньше тут страховка была гораздо, чем у нас. Опытный, это там в 90-х такой. Да что ты мешаешься? Встала. Петарды в 90-е. Пацаны, смотрите, сколько я с собой петард. Всех, давайте всех кто-то взорвем. Давайте. Ох, сколько много. Я потом еще со школы принесу. Давайте. Первый, давай. Ох, ничего себе мощность, там аж пожар, да? Да. Петарды в 2023 году. Пацаны, смотрите, я целых 3 петарды такие купил. Ничего себе! Давайте каждый подорвем. Ой, только давайте я буду их подорвать. Да, ну дай нам хотя бы одну. Нет, нет, это мои петарды, сами покупайте. Ну, они дорогие, тебе что, жалко какая? Что, сами покупить не можете? Да что? Это он не умеет. Надо далеко бросать их. Видите? Вау, какая красивая. Я не боюсь самих петард, конечно.
Ты далеко кидаешь. Затем суп. Нами. А это все-таки говорю же, вы не будете неопытными. А я жадина, говорите. Видите? Ну просто я в нем чеку, что надо далеко кидать. Ты же не боишься, я не боюсь. А ты сказал, не боюсь, говорит. Драки в 90-е. Эй, чел, ты на меня быканул? Нет, ты на меня быканул. Я на тебя не боковал. Нет, ты на меня боковал. Я сейчас тебе по морде настучу. Да я... Нет, я тебе по морде настучу. И этот мой пистолетик. О, папа как раз взял. Он у меня полицейский. Я у него всегда пистолет ворую. Поэтому он его уволили. Но ему пистолет оставили. Ты это называешь оружие? Чё ты меня куришь покажешь-то? Это у меня бабушка не помнит. Извини, забыла. Поздно. Надо сбросить за пожаром. Тихо, пулемет, тихо. Я хочу покрутить у тебя на доле, можно? Так же, достань, подай пермик. Давай, пока, посмотри, чего это не будет. И не сбросить. Да, раки. В 2023. Ты не меня боканул. Ты не меня боканул. Не, я тебе так маточку сказала. Игрушки 90-е. Пацаны, чего ты, Иван? Смотрите, что мне папа покупал. Папа подарил. Какую игрушку? Это настоящая катана? Да! Пойдемте этих старшиков рубить. Пойдем. Я за твоей спиной буду. Хорошо. Папа, идут эти старшики, больше не будут нас обижать. Эй, малявки, дайте эту игрушку нам. Сам эта игрушка, это настоящая катана, видишь? А у больно же режет все-таки. Эй, мой котня, ты обалдела? Ой, ты чё? Ты чё, берега попутал? Это ты берега попутал меня? Чтоб я вас не трогал. Ты чё, ты не выбратка напал? Это ты зря. Подойди сюда, малявка. Я сейчас тебе зашла. Нет.
говорит привет. Привет, Айфон. Смотри, что мне мама подарила. Дом есть, не понимаю, это уточка? Нет, она моя. Это жадина. Нет, это моя хуя, пошел отсюда. Ты мне больше не друг, она короче. Ну ты получай. Дай мне эту уточку. Отдай, маме, пожалуйста. Да, забирай. Ой, нет, отдай. Пощаду я туда, ты еще мой брат. Ладно, надо еще равно. Ладно, уточка моя целая и красивая. Хранение 90-е. Здорово, пацаны. Здорово. О, смотри, давай я попробую сделать сальто. Давай. А, все равно. Давай сейчас пойдем, сейчас кое-что у меня попили коннектор, который может соединить так-то часть. Все равно, сенсор очень серьезный. Ну, все, пойдем, я помогу хоть. Ну, пойдем. Все равно, она рамка. Она маленькая. Меня подожди. Ой, выше тебя. И все, побежали. Не, не, это 2023. Так, пацаны, смотрите. Там сучок какой-то, пойдемте посмотрим. Пойдемте. Ой, ребята, я поранил две ножки. Сейчас перемету, пойду домой. Всего такого, конечно, немножко, но все равно. Это может быть плохо. Ну ладно, иди, все, я тебя понимаю. Я тебя понимаю. Сейчас помогу делать. Все, перементовал. Домой. Господи, извини, конечно. Рамки заработали через неделю. И так дверь, и все. Пока. Пока. Всем. Дорогие друзья, это конец моей серии 90-е против 2023. Это первая часть на 10 лайков. Как я выпущу, думаю, вторую часть. Если не будет, то я точно про нее просто возьму и забуду вот так вот. А с кем я сейчас разговариваю? Я же видос не записываю. Ну все, короче, вы поняли. Ну, так что наши герои были мои сохранения. Вот такое вот маленькое яблочко. И вот такой вот маленький Мелвин. Звук я делал все сам. Я сразу говорю, я думаю, монтажа не будет. Монтировать, чтобы... Ну вот, видите, она бессмертная у меня. Видно это яблочко, видно, по-моему, всем пока.